поставь плюсик, пожалуйста, в чате, что ты меня видишь и слышишь. Да. Ты мне так показываешь. Отлично. Ну что, ребята, не будем ждать остальных, начинаем. Остальные к нам потихонечку будут присоединяться. Я рада вас всех сегодня видеть. И наше с вами сегодняшнее занятие хочу начать с небольшого упражнения, с небольшой игры. Хочу с вами поиграть. Значит, слушайте меня внимательно. Я буду вам называть ситуацию, а вы с помощью мимики или жестов покажете, как вы будете реагировать в этой ситуации. Всем понятно задание? Да! Да! Итак, ребята, давайте по очереди. Я на вас внимательно смотрю. Покажите свое настроение, когда вы получили пятерку. Так, Ульяшка, Стас, Никита. Отлично, супер, молодцы. А теперь, пожалуйста, покажите мне свое настроение, когда вы получили двойку. Так, Ульяна умница, Стас, отлично. Никитка молодец, молодцы. Так, пожалуйста, продолжаем. Покажите ваше настроение, когда вы хотели шоколадку, а получили селедку. Отлично, Никита. Отлично, Ульяна. Стас. Ага, отлично, хорошо. Так, представьте и покажите свое настроение, когда вам навстречу идет тигр. Отлично, молодцы, супер. А теперь представьте и покажите ваше настроение, когда вам навстречу идет друг. Друг. Отлично, молодцы, умницы. Итак, ребята, наверное, вы сегодня догадались, что мы с вами поговорим о наших эмоциях и чувствах, об их пользе и вреде. Научимся распознавать свои эмоции и управлять своим настроением. Да? Так, нам нужно следующий слайдик показать. Так, одну секунду. Итак, ребята, я заметила, что вы, каждый из вас, по-разному передавал свои эмоции и чувства. Как вы думаете, почему? Почему каждый из вас по-разному передавал свои эмоции и чувства, Ульян? Как ты думаешь, почему? Наверное, потому что мы каждый отличаемся друг от друга, да? Все мы разные, правильно? Да. Отлично. И мы по-разному воспринимаем наш мир, да? И у каждого свои эмоции. Согласны со мной? Да. Отлично. А как вы думаете, что означает слово эмоция? Это что такое? Отлично, Ульяна, это настроение. Стас? Это эмоция. Что такое эмоция? У человека, когда он встречается с другом, вот так он улыбается и приветствует себя. Это эмоция называется. Отлично, Никита, ты что думаешь? Что такое эмоция? Эмоция, когда, например, ты, сердишься, или просто кричишь на кого-то. Отлично, ребята, совершенно верно, вы большие молодцы. Эмоции, ребята, это переживания, отражающие приятные, как вы уже сказали, и неприятные ощущения. Отношение человека к другим людям, как верно заметил Стас, к другим людям, явлениям, процессу и результату своей деятельности. Эмоции – это более простое, непосредственное переживание в данный момент. Эмоции дополняют нашу речь, раскрывая богатство нашего внутреннего мира. Все люди отличаются друг от друга в эмоциональном плане, по силе эмоций, да, длительности и устойчивости эмоциональных переживаний, преобладанию положительных или отрицательных эмоций по их глубине и содержанию. Ребята, а что такое чувство? Кто мне скажет? Молодец, Ульяна. Кто еще хочет дополнить? Давай, Стас. Чувство это... Что такое
чувство. Чувство это значит, ну это когда человек чувствует, что ну, он когда хочет, ну, какую-то, ну, девушку себе выгласить. Вот, и у него, ну, есть чувство. Отлично, Никита Гуленков. Что такое чувство, как ты думаешь? Это то, что мы чувствуем, да, что мы испытываем, да? Отлично, ребята, например, молодцы, вы все отчасти правы. Да, да. Итак, ребята, давайте обобщим. Чувствами называют переживания человеком своего отношения к тому, что он делает или познает к другим людям или самому себе. Чувства и эмоции, как вы думаете, это одно и то же или они отличаются друг от друга? Ульяна думает, что отличаются. Никита? Да, отличаются. Что? Отличаются. Стас, как ты думаешь, чувства и эмоции это одно и то же или они отличаются друг от друга? Они отличаются друг от друга. Верно, ребята, молодцы. Давайте немножко с вами обобщим. Чувства и эмоции несколько отличаются друг от друга. Чувство это более сложное, постоянное проявление человеком своего отношения к чему-либо. Например, чувство любви или чувство ответственности. Чувства присущи только человеку, а эмоции – это более простое, непосредственное переживание в данный момент. Например, радость или гнев, или страх. Эмоции тоже присущи не только человеку, но а также животным. А как вы думаете, ребята, зачем нам нужны чувства и эмоции? Стас? Чувства и эмоции нужны, ну, чтобы оно... Когда я увидел тигра, ну, какого-то, и я удивляюсь, вот, это эмоции. Нет, для чего нам нужны чувства и эмоции, как ты думаешь? Ну, чтобы... Для чего они в нашей жизни нужны? Чтобы... Для помощи. Да. Для помощи, так. Никита, для чего нам нужны чувства и эмоции в нашей жизни? Я согласна со Стасом. Ага, для помощи нам, да, чтобы выразить наше внутреннее состояние, да? Ульяна, как ты думаешь, для чего нам? Для слуха. Очень интересно, как это так? Ну-ка, объясни свое мнение, свою позицию. Почему они нам нужны для слуха? И только ли для слуха они нам нужны? Хорошо, давайте обобщим немножко, ребят. Значение эмоций и чувств человека в жизни человека очень велико. Чувства и эмоции позволяют нам глубже понять все, что окружает нас и все, что с нами происходит. Ребята, а хотите ли вы узнать, какие эмоции положительные, а какие отрицательные? Если хотите, то пишите в чате слово «да». Да. Пишем. Пишем в чате, в чате. Да. Так, Ульяна, отлично. Супер. Супер. Так. Это что? Так, сейчас мы все узнаем, я сейчас прилистаю. Ага, так, немножко вернемся назад. Отлично. Ага. Хотим узнать. Итак, ребята, хотите узнать? Не вижу ответа Стаса. Стасик, жду тебя. Так, Никитка Фомин к нам присоединился. Еще. Так, хорошо, ребята. Я вижу, что вы хотите знать, какие у нас эмоции положительные, а какие отрицательные. Ну, тогда давайте приступим. Значит так, положительных и отрицательных эмоций у нас примерно поровну, да? Существуют такие положительные эмоции, как удовольствие, радость, блаженство, восторг, ликование, восхищение, удовлетворенность собой, уверенность, доверие, уважение, симпатия, нежность, любовь, умиление, благодарность, спокойная совесть, облегчение, состояние безопасности и предвкушения.
Также, ребята, у нас существуют наравне с положительными и отрицательные эмоции. Это неудовольствие, горе, тоска, печаль, грусть, уныние, отчаяние, огорчение, тревога, страх, боязнь, испуг, ужас и так далее. Ребята, а скажите, пожалуйста, бывает ли так, что вы в школе испытываете положительные или отрицательные эмоции? Бывает ли так, что ты в школе испытываешь положительные или отрицательные эмоции? Ну, положительные. Только положительные эмоции в школе. Замечательно, спасибо. Никита, Ульяна, испытываешь ли ты положительные эмоции в школе? Или бывают и отрицательные эмоции в школе появляются? Стас? Стас, что-то у нас... Он подзавис! Подзавис немножко, да. Хорошо, ребята, отлично, я очень рада. А скажите, пожалуйста, а с чем связаны ваши положительные эмоции? А чему ты радуешься в школе, Ульянушка? Ага, хорошим отметкам. Никита, а ты чему радуешься? Я радуюсь обеду. Обеду, а еще чему? Хорошо. Ну, например, макаронам. Отлично, хорошо. И то, что меня учит. Ага, то есть радуешься, что ты получаешь новые знания, да? Так, ребят, взгляните, пожалуйста, на слайд. Мы тут немножко пропустили, зашли вперед, да? Мы можем выразить наши чувства и эмоции с помощью слов, мимики и жестов, да? Три картинки, да? Мы вот посмотрите на слайдик. Да, ага. Вернемся с вами к нашим эмоциям и чувствам, да? Итак, ребята, хорошо, мы продолжаем. Итак, ребята, а бывает ли так, что в школе вы испытываете отрицательные эмоции? Так, все ли бывает, что испытываешь в школе отрицательные эмоции? Да. Угу. А скажите, пожалуйста, с чем это связано? С чем связаны отрицательные эмоции в школе? С неодобрением чьим-то. Ага, это плохой оценки. Угу. Никитка? Не дали наклейку. Ага, то есть не оценили твой труд, да, по достоинству, да, хорошо, Стас. Ну, я думаю, что я когда-то встретил какого-то человека, я хочу подружиться. И вот, и мне нравится. Хорошо, тебе. И мне нравится, как он сказал свое имя. Хорошо, понятно. Стасик, а в школе бывает, что ты испытываешь отрицательные эмоции? Эмоции, ну да. Да когда, ну... Отрицательные бывает? Когда? Вот когда, ну... Подожди, Никитка. Вот когда я получил взятку и радуюсь, и вот. И я отлично. Даже... А когда отрицательные эмоции? Вот. А когда отрицательные эмоции? Когда ты получаешь какую оценку? Положительную или отрицательную? Угу. Так, ребята, давайте тогда с вами посмотрим на слайдик. Да? На слайдик. Ой, у меня тут немножко ось съехал, но ничего страшного. Давайте мы с вами попробуем определить положительные и отрицательные эмоции. Я вам сейчас их назвала, хочу вас проверить. Давайте мы с вами распределим по столбикам положительные и отрицательные эмоции. Давайте назовем, кто какие положительные эмоции запомнил. Так. Радость. 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 Давайте по очереди. Никита. Интерес. Стас. Угу. Стас. Давай, Ульяна. Радость. Еще. Это я для примера написала. Какие вы еще запомнили? Какие еще положительные эмоции запомнили? Удовольствие, радость, восторг. Кстати, да? А почему к нам Никита Фомин не присоединился? Это не по теме. Скажи еще. Так, хорошо. Какие еще положительные эмоции? Гордость, да? Да.
умиление, да, любовь. А какие отрицательные эмоции вы знаете? Страх. Грусть, страх. Так, отлично. Испуг, да, ужас, тоска, печаль, да, огорчение, тревога, злоба, стыд, да, смущение, да, молодцы, ребята, много вы запомнили положительных и отрицательных эмоций. Так, все наши чувства и переживания называются эмоциями, да, ребята? Теперь давайте с вами поиграем в такую игру. Задание будет такое. Нарисовать в кружочках лица, выражающие радость, обиду, гнев или страх. Только мы стыд, удовольствие, удивление, гордость, разочарование, тоска, печаль, страх и гнев. Вот вам нужно эти эмоции записать в две колонки. В левую колонку чувства и эмоции, которые мешают жить человеку, а в правую те, которые помогают жить в согласии с самим собой и людьми. Давайте это сделаем так. Сначала вы мне пришлете, сокращенно можете, эмоции, которые мешают жить человеку в чате. Хорошо? Можно сокращенно. Можно с помощью смайликов. Я пойму. Эмоции, которые мешают жить человеку. Можно с помощью смайликов. Вот они вам даны, да. Может, можно кого-то, если родители рядом, родители могут напечатать, прислать позже. И испуг, и еще вот эти вот, слеза. Слеза, испуг. Ульяна, молодец. Никитка Гуленков, молодец. Еще какие-то этих эмоций мешают жить человеку. Фомин умница. Молодец. Молодец, Никитка. Так, отлично. Кого еще ждем? Леша Соболевский. Я так поняла, это у тебя обида. Ага, Никитка Фомин. Страх. Не всегда Никитка страх нам мешает. Иногда он нам даже помогает. Мобилизировать наши силы. А почему он не может лечить скайп? Не может. Так, кого еще ждем? Так, Леша. Ага, Стас. Скука, зависть, ненависть, обида, стыд, гнев. Молодцы, ребята. Так, а теперь вы мне пришлите те эмоции, которые помогают нам жить в согласии с собой и с другими людьми. Так. Из этого списка давайте теперь положительные эмоции, которые помогают нам. Никитка Фомин, молодец, радость, еще, еще. Либо пишите, кто с родителями, либо смайликами присылайте. Молодцы, вижу ваши ответы, вижу. Так, Леша Соболевский, молодец. Никита Кагуленков, молодец. Ульяна очень много эмоций прислала. Умница. Так, а все ли эмоции эти были в нашем списке? Все, Ульяна? Очень много у тебя получилось положить. Никитка Фомин, умница. Замечательно. Танечка Рыжова, молодец. Замечательно. Стас написал. Веселье, радость, интерес, любовь. Молодцы, ребята. Все? Все эмоции с вами распределили? Да. Совершенно верно. Ну а теперь наше время потихонечку подходит к концу. И я хочу предложить вам поиграть в замечательную игру, которая называется «Угадай эмоцию». Сейчас я вам буду читать ухи, а вы будете мне отвечать, о какой эмоции идет речь. Договорились? Слушайте внимательно, следите за моим лицом. Весела я, весела, ножками я топаю. Я танцую и пою, и в ладошки хлопаю. Радость. Да. У кого какие варианты? Веселье. Так. Радость, веселье. Так.
Посмотрим внимательно на слайде, кто назвал радость. Совершенно верно. И в чате тоже можно присылать. Спасибо, Лёша, спасибо, Таня. Итак, радость. Совершенно верно. Я улыбаюсь. Мои глаза слегка прищурены. Уголки рта приподняты. Я смеюсь, я пою, я танцую. Молодцы, ребята. Следующее. Угадайте. Так, что, Стасик? Спасибо, Стас. Итак, ребята, следующее. Угадайте, пожалуйста, о какой эмоции идет речь. Лепит девочка из глины. Ушки, лапки, хвостик длинный. Удивляется братишка. Вышла серенькая мышка. Так, о какой эмоции? Так, кто еще думает, о какой эмоции идет речь? Присылайте свои варианты в чат. Либо пишем, либо смайлик. Так. Так. Что это за эмоция? Так. Ульяна думает, это пульс. Еще раз стихотворение повторить, да? Так. Хорошо. Сейчас. Лепит девочка из глины. Ушки, лапки. Что это такое? Удивляется братишка. Вышла серенькая мышка. Лёша, молодец, вижу твой ответ. Совершенно верно, ребята. В этом стихотворении речь идет о грусти. Посмотрите внимательно на слайдик. Мне грустно, да? Глаза наши слегка сужены, уголки рта опущены, и я плачу, да? Молодцы, ребята. Следующее стихотворение. О какой эмоции пойдет здесь речь? У опушки две старушки брали грузди и волнушки. Филин, ух, у старушек замер дух. Жутко. Что это за эмоция? Ну-ка попробуем. Так, Ульяна. Никитка думает, это испуг. Ульяна думает, это страх. Угу. Кто еще как думает? Танечка думает страх. Леша думает, что это злость. Так. Стас думает, что это страх. Да? Интересно. Так, а на самом деле это... Смотрим на слайд. Это удивление, ребята. Это, да, филин. Ух, ух, да? Старушки удивились, да? Удивились. Они не ожидали, что филин их как бы даже доухает в лесу. Итак. Удивление, ребята, это самая кратковременная эмоция, появляющаяся впоследствии какой-либо неожиданной ситуации, которая может быть как приятной, так и неприятной, да? Так, отлично, ребята. Давайте попробуем угадать следующую эмоцию. В старой корзине на кухонном столике смирно сидели пушистые кролики. Мама сказала, их трогать не нужно. Только, наверное, им бедненьким душно. Маленьким крошкам жарко и тесно. Сколько их там? Посмотреть интересно. Нету предложений. Ну-ка, что это за эмоция? Тут даже в самом стихотворении есть подсказка. Грусть. Давайте еще раз. В старой корзине на кухонном столике... Смирно сидели пушистые кролики. Мама сказала, их трогать не нужно, только, наверное, им бедненьким душно. Маленьким кроткам жарко и тесно, сколько их там посмотреть, интересно. Танечка Рыжова, молодец. Интересно. Так, кто догадался? Ага, Стас, молодец. Ой, нет, Ульяна, нет, это ты как не такая немножко тут эмоция. Ну-ка подумай. Так, Леша, молодец. О какой эмоции идет речь? Смотрим внимательно на слайд. Смотрим внимательно на слайд. Да, молодец. Интерес. Когда мне интересно, я сосредотачиваюсь, да? Я смотрю внимательно на предмет. Мои брови слегка отведены, глаза широко открыты, а рот слегка приоткрыт, да? Интересно. Так, хорошо. Следующая эмоция. Так.
Вы знаете, ребят, давайте немножко вернемся к нашим старушкам, да? Все-таки я согласна с вами, не только старушки в лесу, которые собирали грузди и волнушки, испытали удивление, да? Но они испытали и такую эмоцию, как страх, да? Благодаря страху человек находит путь, в котором ему нужно двигаться и получает изменения. Одновременно с этим именно страх дает возможность победы над опасностью, потому что можно считать эту эмоцию крайне мощным ресурсом и помощником. Да? Когда мы чего-то боимся, наши брови приподняты и слегка сведены к переносице. Да, глаза очень широко открыты, от испуга человек может дрожать, да, может испытывать чувство защиты, да, хочет защититься, настроен воинственно, или наоборот спрятаться и убежать куда-нибудь. Отлично, ребята. Давайте-ка угадаем с вами следующую эмоцию. Слушаем внимательно стихотворение. «Мама недовольна». Ваза синяя разбита, лужа на паркете, мать на мальчика сердита. Отвечайте, дети, кто из вас цветами вазу уронил с окошка? Может быть, ответить маме, виновата кошка? И Володя, и Сережа покраснели сразу. Мама спрашивает строже, кто же трогал вазу? Младший прячется за брата, старший смотрит прямо. Говорит, прости нас, мама. Мы оба виноваты. Что это за эмоция? Лёша думает, злость. Красный, разве можно быть только от злости, Лёшенька? Подумай. Ульяна думает, что это стыд. Так. Стас думает, это что это за эмоция, Стасик? Нет, Стасик, это не злость. Красный можно быть не только мы от злости, но от чего еще? Да, Лёша, вина. Отлично. Так. Давайте посмотрим, ребята, что же это за эмоция. Внимательно смотрим на слайд. Так. Это вина или стыд, ребята, да? Стыдно мальчикам. Они играли, разбили вазу, да? Лужа на паркете у них, да? Когда мы стыдимся, то мы опускаем и отворачиваем в сторону голову, да? Опускаем глаза. И отворачиваем голову в сторону, прячем глаза, да? У нас краснеет лицо и уши, нам стыдно. Да, ребята? Ага, молодцы, ребята. Я вас благодарю. Наше время подходит к концу за такое замечательное занятие, за вашу активность. Мне было очень приятно с вами работать. Я надеюсь, что вы узнали очень-очень-очень много нового интересного, да? Скажите, пожалуйста, точнее не скажите, а поставьте мне значок, да? Если вам понравилось наше занятие, то поставьте хороший, добрый, положительный смайлик. А если вам занятие не понравилось, то поставьте, соответственно, какой-то грустный, неприятный смайлик, да? Я тогда буду знать, к чему мне стремиться и стараться. Ульяна, спасибо. Лёша, спасибо. Угу. Так. Спасибо, ребята. Еще. Я вас благодарю.